И всем привет! Сегодня с нами я, Карина, и сегодня немножко не в форме. Сек. И вы видите сейчас то, что сзади меня. Да. И сегодня я рассказываю и показываю свою камеру. Сзади такой Ив. И свои три косметички. Сейчас я им покажу. Я загородила лица. Да. И так. Начнем. Да. Сейчас я вам покажу свою камеру Кэнон. Надо волосы распределить. И вот она. Погодите, все загорожу. Вот она, Кэнон. Хей! Вы видите себя, да, круто, да, да, и так, сейчас вот эта косметичка чисто для кистей, она не упала, и она такая темненькая, и та идет пока для кистей, зато классно для кистей, и вот они, это гуашная кисть, но она не нравится, она такая тонкая. И куда вторая делась? И это тоже гуашная, но ей такая... Да, как Мария Майпин. Так, следующая. Хахуй-хахуй, да? Да. О мой боже. И следующий. Нет, ну вы сейчас это видели. И это бальзам для губ. Это, блин, я косметички же показывала. И здесь вся моя косметика. Увесится, да? Так, я сейчас пискаю с моим кремом. Так, это тень. С какой мне вязать? Работы нет, то и шум. Угу. Такие вот тени. Это не помада, это тени. Так вот наносится. И они мне нравятся тем, что они не скатываются и так далее и тому подобное. Да. О, мой гарпейн, да. И ярочка, да, точно. О, мой гад. Безумно вкусно пахнет. Подборка, 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 подборка. С тонками, почему? Подводка для губ. Последняя косметичка для всяких этих. Да. С духами. И это было все, так что. Всем пока.